Здравствуйте, мои любимые, здравствуйте, мои хорошие. С вами Похититель Ароматов. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, оставляйте комментарии, бейте в колокол, смотрите мои стримы, подписывайтесь на мои все соцсети и покупайте мой мерч. Как купить футболку? Читайте в инфобоксе. Поехали. Что мы видим перед собой? Мы видим член, заложенный в одну сторону. В одну брючину падает член, в другую брючину выложены красиво яйца. Молодец, Сережа, здесь, конечно, 10 из 10. Тут четко видно округлость мошонки с одной стороны и, конечно же, цверинчик мягко припухает с другой стороны. Очень круто, Сережа. И я хочу сказать, что тебя очень полнят эти все костюмы, которые ты носишь. Я глубоко верю в душе, что ты такой же худенький, как и 10 лет назад. Ну, просто неправильный подбор одежды. 0 из 10. О, боже, возвращение Будулая. Черная пантера. Блядь. Боже, я так хочу сделать обзор на твое 50-летие, дорогой мой. Ты даже не представляешь. И, кстати, костюмы вот таких вот ярких тонов. Это только цыганская свадьба, либо же какая-то встреча без галстука с Путиным в Сочи. Такой яркий цвет, это не дресс-код вообще. О боже, очень даже неплохо. Ну вот это, знаешь, прическа, когда делают такой объем, типа. Вот это, ну как, такие сопли мокрые. Даже не знаю, как это сказать. Ну, блядь, когда там собаку, помыл собаку, и она вышла из ванны, выпрыгнула, и такая вся мокрая. Ужас. Ну, вы знаете, как я отношусь к татуированным проститутейшн. Очень даже положительно. Ну, бля, не знаю. Ну, старо как мир это платье. Каждое третье платье такое. Ничего не знаю, 0 из 10. Ой, блядь. Вот и он, блядь. Я не... Кто это? Кто это такой? Напишите мне под видео. Пропуск. Ну тут, блядь, вообще какая-то это... апокалиптическая хуйня. Очень как-то странно. Ну знаете, вообще... Ну, а если честно, то не... Ну даже не знаю, что нам делать с тобой. Ну, очень хорошая идея. Ну как идея? Человек пытался пойти против системы и не надеть фиолетовый смокинг цветочек. Но она тоже неудачная. 0 из 10. Боже мой, что случилось? Чего ты такой грустный? Почему? Что случилось с тобой? Чего ты такой грустный, а? Обиженный прям какой-то. Нос такой напухший. Аллергия. Видно, что человек аллерген на что-то. О, папа Киркорова. А вот это, у вас что там, одна швея на всех? Боже, как я ненавижу эту ткань, я не могу просто. Бедрос приехал. Ну что сказать, а что его трогать? Миллионер, самый богатый человек Болгарии. Что у нас здесь? Боже, какие-то такие, знаешь, триплесики очередные. И сверху какой-то, знаешь, такое пародия на хип-хоп. Какой он старый. Боже, я вот на вас смотрю с каждой церемонии, с одной на другую, и я думаю, боже, как вы все стареете быстро. Это, наверное, от ламп этих, от софитов, от любви народной, наверное. Боже, мы уже где-то 50 лет. Я же смотрел тебя, когда ты еще в этом, в комеди-клабе пел какие-то дурацкие песенки. Ужас. Такой же дедок. Страшно. Боже, куда уходят люди? Мы не успели Гурченко похоронить. Мы не успели похоронить, ну, кого там, Табакова. А, блядь, посмотрите на чай вдвоем. Боже, как он с это... Что происходит? Кто вас там изнемождает? Кто вас там уродует? Боже, как будто специально состаривает. Ты же был какой-то там качок. Хорошо, хоть Одесса еще такая в теле, можно подрочить на нее на худой конец. Многие, наверное, скажут, что это самый яркий образ, самый крутой, но я так не скажу. Потому что, да,
Это очень резонно, это очень правильно подобрано. Я даже восхищаюсь этим кулончиком. Но, блядь, то, как оно на ней сидит, это просто как, блядь, это змея скидывает кожу какую-то, я не знаю. Как будто жаба какая-то похудела, и на ней кожа обвисает. Ну что ж, с вами был Похититель Шара Муша. Спасибо, что были со мной. Тёмочки, бай-бай.